Мне сказали, что завтрак должен состоять из 15, а лучше из 50 продуктов. Вот сегодня попробовала собрать. Перечислю. Мед для кофе. Попробуйте кофе с медом. Очень вкусно. Кофе с молоком. 3 продукта. Пироженка 4. Пирожок 5. Инжир 6. Голубика 7. Яйцо 8. Круассан 9. Йогурт 10. Сыр 11. Орехи 12. Апельсин 13. Каша 14. Масло сливочное 15. Не знаю, что я съем. Ну, попробую. И вам приятного аппетита.